Спасатели вывезли туристов с базы «Амут», что в солнечном районе края, среди которых была и трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чипалова. Напомню, из-за сильных осадков дорогу к турбазе замело снегом. Высота покрова составляла в некоторых местах более 4 метров. Туристы не могли и предположить, что их отдых станет таким экстремальным. Засыпало снегом потихонечку. Мы раскапывались. И в моей, личной истории такого я не видела ни разу. Когда вот домика вот самого большого не видно из-под снега. На спасение снежного плена туристов были привлечены все силы МЧС. Угрозы жизни не было. Всех отдыхающих благополучно эвакуировали на вездеходах. Дорогу расчистили. Хотя большую сложность представляли снежные оползни с гор. Добралась до родного Комсомольска-на-Амуре и Юлия Чипалова.